Всем привет, с вами Балканский Бомж, и сегодня мы отправляемся смотреть на, правильно, переход Сан-Исидро между Соединенными Штатами и Мексикой, но с другой стороны, обычно я его вам показывал со стороны Тихуаны, сегодня посмотрим на него из Сан-Диего. Вот он, выход из Соединенных Штатов в Мексику. Пройдемся. Поближе дойдем до стены, посмотрим на нее с этой стороны. Вообще у меня был ролик с этой стороны, но снимал его не я. На этот раз ролик уже моей съемки. Классная погода, погода исправилась. Приехал я на трамвайчике, который вот прям за вот этим киоском находится. Вот начались уже такие прям заборы. И вот она та самая стена. Ну, вернее, та самая, это которая подальше, которая вторая. Сейчас мы дойдем и до нее. Гремящий своими крутилками выход в Мексику. Да, так что вот видите, первая стена это не та самая. Та самая вон та вторая. Вот эти крутилки крутятся, естественно, в одном направлении. Так что здесь вернуться в Штаты не получится. Если вы вышли, вам придется обходить и заходить уже там. Что ж, ну а я дальше, наверное, не пойду. С пешеходного мостика с этой стороны, который соединяет западный и основной переход Сан-Исидро, тоже видно границу, но только пешеходную. Вон, видите? Вот эта вот дорожка. Ой, фокус куда-то не туда, убежал на мой палец. Ну, я думаю, вы видите. Да. А вот автомобильные линии не видны. Вот видно, где автомобили выезжают, но это часть, а где-то там еще выезжают. Вот, собственно, эти автомобили, а вот сами линии не видны. Видите, дальше тут такое. Вот вы можете видеть саму границу за решетками, но через эти решетки видно ее, конечно, плохо. Тихуану, в принципе, через них тоже плохо видно, она еще дальше. Пойдем посмотрим, где выходят беженцы, которые проходят через CBP-1, через Сан-Исидро. Я уже совсем рядом. А вот здесь, как вы видите, вход в Мексику закрыт. Действует только выход и только по утрам до 2 часов. А беженцев выпускают, по-моему, вот отсюда, из вот этих вот ворот. Или вот этой двери. Нет, кажется, вот этой двери. Ну, это, в принципе, то же самое. Где я нахожусь? Прямо у стены, флагов и шопинг-мола. Да, беженцев выпускают. Шопиться, надо думать. Некоторые из вас просили, чтобы я поснимал стену с обратной стороны и переход. Так вот, собственно, она сзади меня. На чем мы завершаем наше сегодняшнее недлинное видео. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!